Всем большой привет! Сегодня у нас закупка на следующую неделю. Здесь примерно дней на 6 я рассчитывала, составляла меню и по меню именно все закупала. Поэтому давайте смотреть. В общем, из молочных продуктов взяли молоко Пармалат. Полюбилось нам это молоко. Очень вкусное, очень классное. Сегодня было по скидке. В общем, я вам чек прикреплю. Посмотрите, у меня еще был купончик, поэтому молоко мне вышло еще дешевле. А, да, забыла вам кое-что показать, а то опять забуду. Хотела вам оставить отзыв вот об этих каплях Силанг. А то у меня в комментариях в прошлый раз девочки спрашивали, рассказать о результатах. Так вот, капли Силанг я капаю уже где-то примерно неделю. За это время у меня полностью ушла тревожность и наладился сон. Также эти капли отлично успокаивают. В общем, эти капли помогают на экзаменах в различных выступлениях, где требуется общение с людьми и полностью убирают страхи. В общем, хорошие капли, мне понравились, результат есть. Так, дальше поехали. Из молочных продуктов, значит, взяли еще вот такую ряженку. Две штучки взяла, 3,5%, 430 миллиграмм. Миллиграмм, миллилитров, грамм, в общем, без разницы. В общем, ряженка, две штуки, 5 коробок Пармалат. Давайте так по порядку смотреть, что, значит, купили. Из молочных продуктов еще что у нас здесь? Различные йогурты, вот такие вот. Вот такие вот. Вот этих почему-то получилось 3 штуки, этих 4. Ну ладно. Потом, значит, из молочных продуктов взяла еще вот такой вот творог, 4 пачки. Это я буду делать либо сырники, либо запеканку, наверное, выходные. В принципе, мы такой творог брали, нормальный, но на сырники, на запеканку пойдет. И вот такой еще взяла творог, здесь упаковка 300 грамм, это просто так есть. То есть дети любят просто с сахаром, либо со сметаной, с йогуртом. Вот, поэтому взяла еще пачку вот такого. Здесь грамм 300, ой. Здесь грамм 300, наверное, мне 5%. Так. Да, 300 грамм. Такая пачка. Потом на пробу взяла вот такой йогурт, увидела, какой-то новенький. Био-йогурт. Решила попробовать, но я вижу, что он жидковатый такой. В общем, попробуем, посмотрим. У них еще есть различные вкусы. Вот у этой марки клубника, по-моему, лесные ягоды. В общем, решила попробовать просто вот био-йогурт. Думаю, может, дети будут с творогом вместе есть. Поэтому взяла одну упаковку. Сыр взяла в этот раз вот такой вот российский кусочек. Здесь рублей на 170 он вышел. 322 грамма такой кусочек. Дальше тут из мясных рыбных продуктов взяла крабовое мясо. Хочу сделать, наверное, не завтра, а, наверное, послезавтра. Хочу сделать крабовый салат. Вот, поэтому взяла крабовое мясо. Потом наши любимые вот такие вот рисковые треугольнички были сегодня по скидке 120 рублей. В общем, тоже пачечку взяла. Дальше взяла вот такой вот фарш. Решила попробовать. Скидка на него была хорошая, но срок у него до 2 ноября. То есть остается, ну, в общем, несколько дней. Был по акции 150 с чем-то рублей, так он 200 стоит. В общем, отзывы хорошие об этом фарше, поэтому я взяла попробовать, не на говядину. Сделаю, наверное, завтра из него тефтельки и заморожу. То есть завтра я уже буду заниматься домашними заготовками. Как раз вот купила еще 2 пакета куриного филе, здесь 2 килограмма. Буду делать котлеты домашние, ну, в общем, как обычно, домашний полуфабрикат. В этот раз хочу еще сделать домашних пельменей. Дети просят пельмени, но магазины как-то я особо не люблю пельмени, поэтому решила сделать свои. Взяла вот такое вот мясо. Ой, не достать, давайте вам поближе покажу. Вот такое вот. Здесь у нас вес, наверное, около килограмма. Я даже не знаю, сколько здесь вес. Ну, килограмм где-то здесь примерно. Будет, в общем, домашние котлетки. Ой, пельмени домашние будут. Чисто вот из свиного мяса. Дальше, что у нас здесь по порядку? Лук. Выгоднее было взять лук в сетке, но, соответственно, я взяла. Получилось, правда, много. 2 килограмма. Ну, ладно, уберу куда-нибудь его в ящичек какой-нибудь, либо в коробку, в кладовку уберу. Лук пролежит, ничего ему не будет. По 30, по-моему, рублей. Потом из фруктов взяла, значит, яблочки. Тоже были по скидке. И выгодная цена были запечатанные яблоки, фасованные. Но они вот такие вот там зелененькие, желто-зеленые. В общем, взяла 10 килограмм и полтора, наверное. Из круп закончилась, значит, вермишель взяла, рис и спагетти.
Остальное все осталось. Что не докупила, гречку, там, перловку и все остальное, это все еще пока есть. Пшено там есть. В общем, это не докупала. Дальше, значит, что здесь? Взяла панировочную смесь, вот такую. Первый раз такую беру, кстати, не знаю, как она. Буду вот готовить котлеты. Попробую такую. Раньше я брала другую, но, в общем, попробуем эту. Лавровый лист закончился. Вот такой куриный супчик. И вот здесь вот еще не показала приправа для плова. Завтра буду готовить плов, а приправа у меня не оказалось. Закончился. В прошлый раз использовала всю. Поэтому взяла вот такую. Нравится вот эта марка Ристория. Часто бывает по скидке. Без скидки, по-моему, рублей 45 она стоит. В общем, без скидки рублей 45, а со скидкой бывает по 30, даже бывает по 29. Захотелось вкусного вот такого вот кекса апельсинового. Взяла именно такой апельсиновый. Завтра, наверное, тоже приготовлю. Здесь баночка кукурузы была по скидке 69 рублей. На салатик, на крабовый. И лимончик был по скидке. Взяла вместо свежего, взяла вот такой сок лимон. Тоже иногда берем, вкусненький. Дальше у нас здесь батончик. Так, фокус. У меня в последнее время телефон так плохо стал фокусировать. Батон. 4 вот такие вот быстрого приготовления. Упаковка яиц здесь. Так, дальше здесь пачка чая. Взяла вот такой Earl Grey. Последнее время завариваю чай. Очень нравится. Именно заварной чай. Взяла вот такие семечки. Там у меня пакеты. Тоже смотрела какого-то блогера, не помню кого. Сказали, что эти семечки очень вкусные. Я беру обычно бабкины за 150 рублей 300 грамм, а эти стоили 89. В общем, попробую. Если понравится, буду брать такие. Микс-бар. И к чаю еще взяла детям вот такой вот чокопай по скидке был. И какие-то конфетки еще на развес. Муму называются, сливочные. Вот такие взяла, и так много получилось. Прям 400 я брала, но они прям легкие. Из бытовой немножко здесь шампунь закончился. Я обычно Фаберлик беру шампунь, но вот закончился. У меня не хватило немножко шампуня, поэтому докупила вот такой. Мешки для мусора тоже закончились, и туалетная бумага. Все, вот такой вот у нас был обзорчик, вот такая вот закупка. Здесь у нас, кстати, вышло на 4000 рублей. Вот, еще я схожу в Чижик, наверное, завтра, потому что сегодня уже поздно я снимаю. Докуплю там тоже кое-какие продукты, которые берем именно в Чижике. И, наверное, вам здесь в конце тоже сделаю вставочку, закупку продуктов. Если выйдет много, то я сделаю отдельное видео. Если выйдет мало, то, конечно же, здесь в конце смотрите продолжение. В общем, вот на сегодня все. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал Дзен, канал в Ютубе. И всем пока-пока.